А вы почему сегодня пришли вот в первую очередь? Это гражданский. Я занимаю гражданскую позицию. То есть это ваша? Да, это моя позиция. Да, конечно. Как думаете, есть какой-то шанс, ну, отменить ее мораторий или может? Да, быть, есть, шанс, если есть шанс, если люди все забудут. Против пенсионной, пенсионной реформы. Да, если конечно. Мы все вместе поднимемся, то... У меня, как у молодого человека, так же, как у моих родителей, нет и не будет будущего в этой стране, пока вот эти вот добропорядочные граждане, как они, наверное, себя считают, в шлемах и касках задерживают маленьких детей, девушек таскают за волосы и как бы считают, что они при этом выполняют благое дело. Ну, значит, что теперь? Ты не хватает денег, кого отжать стал? Нельзя же меньше воровать. Поэтому приходится повышать пенсию. Все логично. В принципе, мы к этому шли 20 лет. Все логично, планомерно. Но вот те, кому это не в полной степени нравится здесь, те, кто согласны с дальнейшим обнищанием, ну, могут продолжать соглашаться дальше, потому что у них все отнимут так же, как и у всех. Уважаемые граждане, данное публичное мероприятие проводится с нарушением требований федерального закона 54, так как тема согласована с правительством Санкт-Петербурга. Предупреждаю вас о недопустимости дальнейшего нарушения требований части 3 статьи 6 федерального закона номер 54. В соответствии с требованиями административного кодекса правонарушения Российской Федерации в отношении вас наступает ответственность, предусмотренная частью 5 статьи 20.2, согласно частью 4 статьи. С этими ОМОНовцами, которые не понимают, что они делают. Я хочу, чтобы все, кто привел нашу страну вот к такой жизни, отвечали, чтобы их отдали всех под суд. Первого Путина, Гаагский суд, чтобы ватники его, кто его так любит и целует, и лижет, чтобы увидели, что он натворил с нашей страной. Они натравливают одних людей на других людей. Народ обозлен. Одни не понимают, что они делают. Защищает. Вот сейчас молодая девочка защищала полицейских, что вот они выполняют свою работу. Какую работу? Здесь стоит мирный народ. Антинародную. Вот именно.
народ совершенно безоружный, вышел высказать свое мнение, что да, они против вот этой реформы. Но действительно, какая-то реформа. Это просто отбирание денег у народа. И все. Как думаете, есть какие-то шансы вообще отменить? Я вот уже старая, ничего. Я теперь уже думаю, ничего не изменится, пока вот не будет нас много. Вот пока народу много не будет, ничего не изменится. Вот они так всех нас разделили сейчас. Одних отделили, других отделили, все. И тихо, и спокойно. Кого-то посадили, кого-то увезли. И опять все с завтрашнего дня начнется. По-старому опять новые законы дурацкие, придуманные. Позор нашей России.